пора встречаться. В Чувашском государственном художественном музее открылась выставка династии Пономаревых. С творчеством художников знакомилась наша съемочная группа. Портрет скульптора Людвига Тихонова Валерий Пономарев написал в 2014 году. Работа выделяется на фоне остальных. Художник в основном работал в области лирического пейзажа. Но в каждом жанре он был настоящим мастером. Ну, вот как никто другой, он в портретах передавал суть человека. Это очень сложно. Валерий Викторович в своих портретных сериях он раскрывал самые такие глубинные стороны портретируемого. Вот. И в этом он был непревзойденным мастером. Пейзажи художника отточены до мелочей. В них нет лишних деталей, случайных всплесков и спонтанности. А вот это пейзажи, написанные Венерой Сандомировой, женой художника. Ее отличительная черта – спокойные, мягкие и пастельные тона. На мой взгляд, художник-женщина, она обладает более глубоким проникновением в суть происходящего. Потому что женщина – это мама, женщина – это начало новой жизни. Вот именно вот в этом контексте ее произведения отличаются, они так особенно смотрятся. Дочь Марии может смело называть себя потомственной художницей. Она расписывает стены в храмах, пишет картины, в основном пейзажи. В художественном музее посетители могут увидеть более 100 картин, принадлежащих кисти творческой династии. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика.